Так, 28 октября 2023 год, Запорожская область, Украина, возле города Орехов. Ну вот у нас такое частичное затмение, дубль уже второй. Давай посмотрим на Юпитер, потому как у нас 3 ноября противостояние Юпитера, но есть у меня подозрение, что не удастся в связи с погодными условиями. Этот самый Юпитер поснимать. Сейчас у нас хотя бы относительно чистое небо. Нет, никак. Ну, по-моему, даже экваториальные кольца я вижу. Да, и вот спутник какой-то из Галилеевых слева. Ну, ребят, давайте, наверное, сейчас все-таки посвятим время. Сейчас у нас Юпитер 595 миллионов километров от нас. Но у нас сейчас затмение есть. Хотя бы частичное. Луны. Редкий случай, приятно посмотреть. Хорошо, давай следующий дубль еще.